ярость. Старость сплочная. Давайте! Папа! Бойся моей силы! Петр яростный, старость сплочная. Молодец, моя!
Да! Папа!
никчемные кретины! Ты знал этих воинов. Сделай одолжение, брат. Увидишь этих вонючих призрачных берсерков, задай им жару. Все 9 миров спасибо скажут. Эти воины чем-то тебя обидели, Мимир? Ты как-то необычайно взволнован. Если вы не против, я не стану ворошить прошлое. Хорошо. Вон, посмотри. Осторожней, брат! Это Бедрёв! Справа! Не врет!
понимают, почему они еще сражаются. Не чувствуют, что Один мертв. Они солдаты. И будут служить ему и живому, и мертвому. Это вопрос чести. Да. Будут следить за тем, чтобы миры жили по его порядку. Скоро уже не будут. Вон, посмотри. Thank you.
Артрифилд без души. За короля скройся! Артрифилл без душ. За короля скройся! Трепещи уже бой! Пройдет, не справишься!
убил бездушный. За короля Крольфа! И ради его берсерков, тем более, уроды. Все они. Почему ты раньше о них не говорил? Раньше ничего нельзя было сделать. Ты нашел эту рукоять, и все изменилось. И здесь могут быть враги. Слева, брат!
Если нам нужен Дурлин, уверен, искать его надо в пивной. О той греческой пьесе, которую я упомянул. Надеюсь, ты не обидишься на критику, но все зрелище, по сути дела, состоит из людей, которые произносят речи и получают плохие вести. Думаю, гораздо интереснее было бы посмотреть на события, а не на их описание. По греческой традиции, история должна разворачиваться в одном месте и без пауз. Так понятнее. Тебе лучше знать. Yeah.
Я тут подумал, если Асгард уничтожен, куда пойдут Инхерии? Вальхалла существует и в Асгарде, и за его пределами. Кто знает, что с ней стало? О, надеюсь, они найдут где-нибудь покой. Брат, я уже немало слышал о твоей родине. Вот говорят, ты однажды сражался на турнире. Я много где сражался. Но все-таки... Говорят, ты там дрался со зверями, разбойниками, принцессами, нежитью, механизмами и величайшим музыкантом в истории. Это ведь неправда. Я не стану об этом рассказывать. Хорошо, брат. Магазинчик в пустыне Альфхейма. Там есть кое-что интересное. Надо же, так удачно. Иди, проткни кого-нибудь. Уже уходите? Может, поговорим?
Лунда. Приветик. А я хотела спросить, может, ты не хочешь, чтобы я говорила про твои мышцы и вообще про твой вид? А то я вижу, что это тебя заводит в плохом смысле. Так было, но уже нет. О, ладно. Так мне перестать? Наверное, да. Нет. А, ну ладно, красавчик. Силач ты наш. Почему Хильдисвини не замерз в Хильхейме насмерть? Он же Йофур. Вепрь-оборотень Ванахейма. Они мудры в интригах и смертоносны в бою. Значит, они могут обернуться кем угодно? Ну да. Хотя предпочитают облики людей и кабанов.
бога войны уважим и королеву валькирий. У меня все есть. Нужны твои услуги. Сейчас будет магия. Рада была встрече.